Тем временем Омск накрыло смогом. Горожане жалуются на задымленность и запах гари. Как пояснили в Омском гидрометцентре, это связано с температурной инверсией, задерживающей воздушные потоки. Выхлопные газы, дым от отопительных печей и заводские выбросы оседают близко к земле. Их придавливает верхними слоями атмосферы. Однако уже к четвергу дымка может рассеяться. Инверсия, она рассеется, и уже дым будет уходить вверх. И если не изменится направление ветра, то, которое сейчас существует, то, конечно, ветер будет уносить дым в другую сторону от города, и в городе опять будет хорошо и чистый воздух.